А ты представь ее в чужих руках. Такую нежную, красивую, родную, что он в своих объятиях, сжав ее в ночи, так сладостно целует. А ты представь, она ему готовит ужин, волнуется, сто раз на дню звонит, что он, не ты, ей так безумно нужен, и лишь за это все ему простит. А ты представь, что больше не с тобой, что девочка твоя навек теперь с другим. Представил? Нет страшнее горя. И если страшно, значит, береги.